Всем привет! Сегодня я собиралась пойти с мамой прогуляться, именно здесь у нас по райончику. Что-то маме стало плохо, что-то у нее болит голова. В общем, я ее еще звала к себе на какао, на фадж тыквенный. Ну, в общем, она не пришла, я думаю, ладно, занесу ей десерт, хай попробует, потому что она его хотела попробовать. Я сегодня тоже бигуди крутила, сделала хвостик, мне тоже нравится, он такой пушистый получился, прикольный. Вообще, такая хорошая погода. Сегодня думала отключить свет с утра, но нам прислали, что график будет по-другому теперь. То есть у нас вчера с утра отключали, причем на 2 часа позже, я вам уже рассказывала. Сегодня написали, что наш дом и наша очередь будет после обеда. Уже начало 4-го, по-моему, у нас все как бы нормально. Хотя рядом Лёша ездил с работы, там АТБ, ну вот буквально вот рядом у нас. Там отключали свет. То есть я вообще не понимаю этой логики, я не понимаю, как бы какому графику следовать и чего придерживаться. То есть пишут одно, получается по факту другое. Ну, короче, такое. Будем как-то подстраиваться. Принесла тебе попробовать фадж. Он помялся, походу, у меня в сумке. Тебе действительно жарко. Жарко? В моем свитере, который все сказали, что у меня гореть не будет, мне тут теперь очень жарко. А мне еще не дали. Сегодня соседи написали, что у нас на Песках дадут до 5 ноября должны дать точно. Сегодня 4, значит, завтра уже последний день, когда должны точно дать. Сколько сейчас время, мам? Время без 24. Без 24 уже золотое закатное солнце. Уже через час будет темень. Давай чай сделаем. Давай я его намучу. В чайничке. Ты не будешь? Ну все, я сделаю. Ты посидишь, и чай тебя как раз вылечит. Не, чай не хочу. Ну ты ничего не хочешь, но чай захочешь. Сейчас придумаю какой-нибудь интересный чай. Так, сейчас сделаем у мамы вкусный чай. Я чисто так все напридумывала сама. Возьмем пару долек апельсина. Кинем сюда. Сюда же бросим свежее яблоко. И вот такой экспромт. Я дома такое тоже хочу сделать. У меня очень много чаев разных. У меня много замороженных ягод. Так, добавляем еще цукаты тыквы. Это то, что я именно у мамы нашла. Ой! Сейчас сюда сразу добавлю мед. И сам чай. Чай вот такой. Черно-зеленый. По-моему, тут смесь чаечков. Что тут написано? Чай черный, это зеленый, байховый. Это будет вкусный чай, ребята. Только мед решила не добавлять сразу, потому что мама сладкая не хочет. Мед можно добавить каждый в чашечку, если захочет. Еще доливать, мам? Или хватит? Чайничек же носик уже. Что попробуем? Зелье, варенье. Ты чайником редко, да, пользуешься сама? Да. Видишь, у тебя протекает. Я редко пользуюсь. Мама, осень и зима — лучшее время для того, чтобы делать какие-то такие чаечки. Когда тут смесь потом, что я наливаю, можно потом еще залить везде. Неудобный твой чайничек. Особенно, если в носике яблоко торчит уже. Накидала все, что в холодильнике нашла. У меня еще кусок колбасы. Мама, что ты секреты выдаешь? Да, кусок колбасы. А у тебя есть колбаса? Колбасу папа доел. Раковскую в Куревеке купил. Сказал, я этой колбасой был доволен. У меня есть вкусная ветчина. Вкусная с говядиной, с телятины. Будешь? Да нет, я просто пошутила. Что я буду есть? Я заберу иногда, вот знаешь, утром на хлебушек. Да. Не свиную, а телячину. Такая неплохая. Будешь? На пробу. Не, не хочу я ветчину. Значит, ты спрашиваешь. Просто. Ты же сказал, что я колбасу кинула кусок. Он пахнет апельсинчиком. Да? Вот это что я чувствую, только апельсинчик перекрыл. Ну, вкусно, и мед и не нужен даже. Да? Угу. Дай-ка я попробую. Сегодня холостяк, ты знаешь? Ты такой прикольный. Холостяк. А я тут даже не досмотрела. Уже холостяк начался. Я холостяка, как сказать, ну, я и не смотрела, и те годы. Я его как серьезно передачу не воспринимаю. А сейчас чего-то, я не знаю, я
стресса. Ну и что, отвлечься? Нет, отвлечься от того, что... Ну, для того, шоу это и создано. Тем более у нас его в стране очень феерично снимают. Там такие девочки, такой холостяк, такие съемки, монтаж и истории. Ну, в общем, кино просто кино. Попроще, чем эти девочки. Ну, холостяк симпатичный был мальчик. Я этот посмотрела, ну, я думаю, тоже посмотрю холостяка. Это вообще раз в 100 лет бывает, чтобы я холостяка смотрела. Там выпуск идет почти 6 часов. И я из этих 6 часов только час посмотрела, потому что, ну, очень тяжело, что слишком же, много Боже, всего. Парень, где он живет? За границей, в Америке. В Америке. Он живет, у него бизнес. Ну, что, весь красавец. Еще и у него нету девушки. Ну, это вообще бред. Но у него же была. Типа, ну, так была. И убедный прям... Ну, ты же понимаешь, для чего эта передача изначально? Она так, ради пиара. У меня же одноклассница шла туда. Я узнала как-то, что еще с того города, где я раньше жила, она ходила на кастинг, а там типа берут ну, только с историями и девочек таких, ну, по-моему, не бед. Ну, короче, там фиг ты еще попадешь этот кастинг. Ну, короче, такое. Ты вообще не попадешь туда, мой. Да, разве это помеха? Я не пойду по другим причинам, сейчас напишут мои хейтеры. Зубы кривые, рожа на 40 лет, куда мне? К холостяку. Шо, мам? Что-то, ну, очень странное. Чего? Знаешь, я ожидала, что он будет как ирис, знаешь, если ирис разъяснил. Нет, это не как ирис, он просто на вид как ирис. И как-то ты его хорошо... Ты чем это все вообще вымешивала? Ну, как-то, знаешь... Просто венчиком. Знаешь, как вот я взяла в рот... Где-то кусок соли попался, а где-то... А соль я присыпала сверху просто круглый. А, да? Да, просто для... То соли внутри там именно нет. Ну, такое. Тут паста арахисовая, тыква, сливочное масло и мед. На хорошую хранителя. Мама, как всегда. А то взять нельзя. Подключаемся в комментариях и пишем. Маме никогда ничего не нравится. Нет, да ну ладно, а при чем тут? Я тыкву люблю, но это что-то очень странное. Это что-то не очень странное, это фадж. Мне нравится мне. Боже, я такого слова не слышала за 52 года. Я тоже. Нет, я, может, и слышала, мне кажется, никогда не... Да, же, в конце. Знаешь, ну, почему Леша, он... Леша, Леша, молодец. Нет, Леша любит, конечно, тортики и печеньки. Нифига ему фадж. Он этот странный может казаться из-за того, что там арахисовая паста. То есть это вот именно арахисовая паста. А зачем ты легкий тыквенный десерт? Он не получился бы, ему нужно какой-то сказуемый. Напичка арахисовой пасты. Не напичка тут. Ну ты что ты правда, что напичка? Я не ем арахисовую пасту. Чего ты не ешь? Ну, я вообще орехи не люблю и все, что с ними связано. Напичкала. Это мне слишком жирно и тяжело. Тут арахисовой пасты очень мало. Ну очень. Правда. Не ешь, не надо. Так попробуй, как-то соль отдельно. Я пробовала, что думаешь, не ешь, я ела много. Соль отдельно. А соль просто сверху, короче. Это масса отдельно. Ну все, короче, комментарии не читаю. Угу. Пишите. Ладно. Я говорю, как есть, но очень странно. Но я бы такое не готовила. Его нифига готовить. Ну, я бы не готовила. Холостяк 7 часов, как я буду смотреть. Свет вырубили. Ну вот, пол... Сколько я сказала времени? Пол четвертого. 5 минут 5. А, 5 минут 5. Вот только сейчас выключили. Лена, что ты чудишь? Я тебе помогаю. И на видео заодно снимаю, как мама готовит ужин в потемках. Всего 3 свечи у тебя дома? О, ну как 3 свечи? Ну это свечи? Вообще капец. Это даже за свечу ну, уже не примешь. Там уже воска нет в этих маленьких. Почему нет? Ну, посмотри, ну, там практически нет. Нету ну, воска. Ну, что я сделаю? Купи нормальные свечи. Сейчас бежать? Да. Пахнет салатик твой. Что тут? Руккола, огурец свежий, да? Куриная грудка. Что еще? Авокадо будет? Авокадо будет. И все? Да. Я просто спрашиваю. Ну, оливки не хочу. Да не, оливки что-то, мне кажется. Больше ничего нет. Сухари у тебя есть, я видела. Сухари я тоже думала, ну, не знаю. Может, папа. Чтобы суховато не было. Папа любит салатики вечером, есть, наедается. Не интересует, да? Маша, это полноценный ужин, почему? Ну, то мне, когда я готовлю что-то такое, пишут, вот, свои. Так, а что я достала вот это, ну, посмотри. Ты достала бальзамический, наверное, уксус и терияки. Мне кажется, бальзамический, да? Чи крем это, да? Это крем, он чуть-чуть.
Оливковый, а где-то у меня был этот лимонный соус. Соус? Ой, этот, господи, что я имею в виду? Сок. Я думаю, нифига себе у тебя лимонный соус. Авокадо такой здоровезный. Ты половинку на двоих? Зачем? По половинке положишь, да? В смысле по половинке? Ну, ты целый авокадо сейчас возьмешь? Ну, да. Сюда Лёшу надо. Авокадо экономит вечно. Ну, я, кстати, очень... Вот это вот я не знаю, за сколько времени я купила авокадо. Хороший такой, мягкий. Ну, то я его и купила, потому что как не придешь, а он такой, знаешь. А ты его так добавляешь? Да, ну, хочу прикольно. Так. Бывает режу, когда есть... Он мягкий такой, его можно, да, сейчас. Настроение. Ну, а что тут, один на двоих, половинка на двоих, что ли? Тогда надо же насытиться, понимаешь? Понимаю. Я тоже люблю много авокадо добавлять. Права. Бабушка есть. Рульки нема, конечно. Ты говорил, у тебя ветчина какая-то есть. Ну, так она такая. Ну, и на завтраки иногда. Понятно. У меня, кстати, эта намазка закончилась. Сыр творожный. Mm-hmm. Ты так и ешь одно и то же, да, утром тоже? Mm-hmm. Я вообще утром заставляю себя есть. Прям вот вообще, капец, не хочу есть, и меня бесит всё это. Еда. Ты серьезно? Mm-hmm. Я не могла есть, когда в школу ходила, меня тошнило утром, но сейчас я без завтрака жить не могу. Я ем, потому что мне препараты пью и... Ты не хочешь, то есть, утром есть? Mm-mm. Ужас. Не, ну то он-то наестся, конечно, наестся. Есть еще вермишель у меня молочный, если десерт. Красиво. Есть. Да, да, да. Папа, я уже вижу папы на лицо. Сверху я могу папе эти сухарики. Красиво ты делаешь. Вот, ну что, вот и нормальный ужин. Нифига себе, я, наверное, не съем даже эту тарелку. Ну да, это на я твоей. Чай выпила, я уже не хочу есть. В смысле? Чай выпила, уже есть. Да, я же, знаешь, желудок она полнится. Водой. А какая разница, ты мне две чашки налила. Сейчас представляешь, две чашки? Сейчас захочешь есть. Да нет. Живот на пол просыпает. Вот, ой, вот такой салат. Мама с папой на ужин. Красота. Ну, я тоже сухарики такое хочу. Я сегодня делала к супу сухарики. Папа приехал такой, говорит, ой, ты крем-сум без нее. Я что-то хотела. А я что-то чувствовала, что будет что-то другое. Может, и борщ бы сварила. Он тоже такой. Я говорю, цикавый. Слушай, ты как Родя. Роди нету, я хоть крем-суп сварила. Потому что он, а он не любит? Так, папа. Так супы не ест. Не, папа, папа. Папа, ну, не то, что не любит, он ел. Но я говорю, тем более мы собираемся уезжать, что я буду борщи вываривать. А когда вы собираетесь уезжать? Ну, я же не знаю, уже такая, что мы уже, ну, вот поедем. Mm. Потому что, ну... Лёша любит крем-супы, я их не люблю. К середине, может быть, ну, к концу той недели, это крайне. А, уже скоро, да. Ну, я жду, я бы уехала и на поезде, но он же мне сказал, что мы поедем. Вместе, да, поедете? Поэтому... Кто ждёт, Шуша? Когда вы приедете? Что может быть веселее, чем бродить по темному подъезду маминому? Это просто капец. Жуть жутчайшая. Так как АТБ напротив работает, мы сейчас с Лёшей сходим и сделаем покупки. Я же говорю, интересно, очень отключают, непонятно вообще. Я просто в этом совсем не разбираюсь. Объясните мне, как так происходит, да? Что, грубо говоря, два соседних дома в одном есть, в другом нет. Но все равно, ну как бы, всем отключают. Нет такого, что кому-то не отключили. Просто кому как повезет по времени. Короче, мы вспомнили, что у нас же еще есть свет от лампы кольцевой. Николай, вам привет. Да, это школе мне дарила день рождения. Хороший подарок. О-хо. Так что у нас света тут гора. Достаточно. Я еще свечи свои зажгу. У меня, в отличие от мамы, свечей много. Мы вот так можем вообще. Типа, хотите немножко интима в ванной? Ванну, например, принять такого? Вот так еще больше интима. Мона такая. Так, поехали. Это покупки на неделю. Полотенчик. Давно мы не делали покупок реально на неделю, поэтому я как бы все перемешал. Яйца теперь мы уже не берем. Чего мы взяли, когда мы приехали, мы взяли в лотке яйца. Потом из дороги мы еще не поняли, почем теперь жизнь в столице мира Запорожье. Так что теперь супер завтрак. Я все так же их мешаю. Он хоть вкусный? Я его даже не пробовала ни разу. Он никакой, но посвятил еще более никакие. Оно с сахаром? Оно с сахаром. Поэтому я, короче, буду завтраки другие немножко делать.
яичницу с салатиками. Фета, да. По скидке, все супер. Разоримся. Нет, не разоримся, помидора. Вообще, я посчитал, раньше яичницу, реально на завтрак яичница, даже маленький какой-то салатик, это было дешевле, чем вот эти быстрые завтраки. Так как это? Дешевле. Ну, сейчас не будет дешевле, я тебе сейчас дорогу. Это капец, кефир. Поэтому я решил сейчас возобновить. Я когда уже купил, я уже понял, что что-то пошло не так. Мона, тут не для тебя. Чего, вчера тебе давала вкусняшку лезть. Диана все жирует. А ты нет. А я на... Ты тоже ешь авокадо. А я под шумок ем вместе с ней, да. Угу. Авокадо, огурцы, картошка, помидоры. Огурцы, помидоры. Огурцы нужно брать все-таки в АТБ. В Слепо там цены бешеные, именно на огурцы. Диана взяла чем-то эти. Три груши. Тебе, мне и малышу Гарику. И три банана. Зачем ты дал три банана? Тебе, мне и тебе, да? Ну да. И это тоже и мне. Мне, тебе и мне. Тебе, мне и мне. С моей стороны это звучит тебе, мне и тебе. А, ты правильно сказал. Да. Молодец. А вот это мне, тебе и мне. Короче, что вы делите? В нормальных семьях ничего не делят. Да. Самое главное, вы донесли целыми яйца. Ой, папа звонит чего-то. Пока мы на минутку отвлеклись. Глаза так сверкают. Вот он настоящий этот фанат АТБ. Да, она любит сумки. Это бы очень сильно. Так, мясо. Да? Это филе бедра. И просто филе. Просто филе. Опять же, вот такое, это супер. 120 гривен. Я никогда не думал, что я буду удивляться филе за 120 гривен. Ага. Когда мы его покупали раньше за 8 гривен, 85, да? 85, да. Это когда уже дорожало, и мы такие, ни хрена себе, наверное, 90 гривен. Будет. По-моему, когда-то оно 60 даже было. Нет, я уже не помню, я был слишком юный. Так, это из типа мясного, я не знаю, зачем делать это. Это я что-то захотела такую фигню взять. Мы почитали состав, он ничего. Ну, сухари, картофельные пластицы, картофельный крахмал, цибуля, молоко сухое, соль, перец черный молотый. Что ты мясо лосося проигнорировал? То люди подумают, лосося, что да. Мы взяли котлеты из крахмала. Мясо лосося. Боже, поэтому я не знаю, что оно будет. Причем, по идее, в упаковке, в составе описывают на первом месте то, чего больше всего. Мясо лосося здесь. Мясо лосося тут много, но цена у него была удивительно маленькая. 60 гривен, это 400 да. грамм. Ну, как бы 2, 4, 6, 7 котлеток. Надеюсь, не умрем. Ну, насколько я помню, рыбные котлеты, они вообще не вкусные. Ну, которые в столовке в школе, да, или в садике. Хлебушек. Да, типа хлебушек. Да. Скидки. В АТБ мы зашли вообще удачно. Каждый третий товар по скидке. Монкин туалет по скидке. Да? Да. А почем он? Ну, сейчас он по скидке, конечно, очень было. 70, по-моему, что-то такое, 70 чем-то. Ой. А без скидки 5,90. Мои суперфицы по скидке. Вообще, супер сегодня затарился, я прям доволен. Соевый соус был по скидке? Нет. Разводимся. Она драпанула. Так. Это, конечно, то, зачем мы вообще шли, потому что без этого неделю просто это ты просто не проживешь. Это мои масочки. Вот это на завтрак, вот это на обед, это на полдник, это на ужин. Понятно? Судя по картинкам, оно должно быть вкусным. Угу. Так, это у нас ванильный сахар. Это ваниль. А, ваниль, точнее. Ваниль, ваниль. Зубная паста на колоду. А вот еще ваниль. И мы заходим в наш магазинчик. Опа, улетели ванильки в теплые края, потому что у нас холодно. Вот. Заходим. Ты не смотри так на меня. Масло. Это которое, как называется, вкус детства? Который... Масло нет, вкус нет, детства. Это сыр есть вкус детства. А масло, ладно. Не а знаю, еще. Какое. Не помнишь, какой вкус детства? Сыр. Вот это сыр из детства. Да. Однозначно. Тебе что, в детстве не покупали такой? А, вы же сами, наверное, сыр делали. Нет. Нет? Не делали? Что мы сами сыр делали? Ботево это вообще сырный край. Ну, многие там молочку сами делали. Какой-то сыр, да, молочку, да. В смысле, молоко, и через сепаратор леяли сметану. А сыр тяжело, да, сделать? Бабушка где? Творог. А, ну, творог, да. Это Лёша зачем ты купил Петрович? Петрович. Купил Петрович. Мне нужен собутыльник, поэтому... Кто производитель? Не знаю, кто. Днепровский район. Петрович. СМТ Слобожанский. Mm. А, не дешевая. Она полностью говяжья. Если там везде свинина, курица, говядина, все в примешку, тут полностью говядина. А, и нету ничего ужасного в этом в составе. В АТБ всю колбасу пересмотрели. Везде какая-то жесть, везде усилители вкуса. Это магазинчики взяли, но она супер недешевая. Там 200 гривен килограмм. Хотя, может быть, это
Типа нормальная цена уже для колбасы? Мы же не покупаем колбасу. Я не покупал уже 300 лет, и дядюшка со мной тоже. Но в целом нормально. Ее расхвалили, хотя эта женщина все расхвалит. Да, возьмите пинчер с вишней, мы еле вышли оттуда. Возьмите курочку, мы слова не сказали, там копченые такие курицы. Возьмите курочку, мы молчим, она. Я вам сейчас поменьше выберу и железо. Да, такая вещь, типа мы согласились. Молодец. Нормально. Да, бизнес-хватка у нее нормальная. Ну скажи цену за все. 1400, по-моему. Угу. Да, 1400 с копейками, там 1430. Это мы набрали на неделю. В течение недели докупается еще вода, хлеб, молоко. Все. В принципе, так это вот то, что на неделю хватает. У нас даже помидоры рассчитаны. На один салат уходит пол помидора. Это Леша рассчитывает. Полотца, да? Такой вот он противный. Нет, я... Счетовод. Почему счетовод? Это я в среднем приблизительно. Я же знаю, какого размера мы делаем салаты. И чтобы не ходить по 10 раз. Я терпеть не могу по 100 раз там, среди недели заходить в магазин. Потому что помимо того, что нужно... А ты всегда наберешь еще какой-то хрени, которая вообще не нужна. Поэтому мне проще вот основное все закупить на неделю. И я рассчитываю, там, сколько надо взять помидора. 10 штук на неделю. Да, мам? Смешная, когда... А что ты замолчала? Лапы задраны. Так кричала, теперь молчишь. Продолжай. Все, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, приходите в Инстаграм, я там пару рилсов выложила. Вот, было сегодня настроение поснимать истории, выкладываю. Короче, я там пока активную деятельность проявляю. Спасибо еще раз. Берегите себя, верим в лучшее. Света вам. Пока. И тепла. Да.